Всем привет! Сегодня у нас будет интересная битва гильдий. Мы будем иметь топу в попу. Будем разрабатывать дырочку нашей красавицы с гильдии Баффало. Вот таким вот повелителем дырочек. Мы его скоро докачаем, он будет вообще у нас имба. Так, побежали. Смотрим, где-то наша красавица. Вот она. Попрятал дырки, наконец-то. Наконец-то он попрятал свои дырочки. Как-то вот так вот продырявили нашу красавицу. Побежали дальше. Что тут у нас? Диктатура. Ну, тут все нормально должно быть. Сливаем героев. И побежали. Вот, как видите, он реально себя кайфово показывает, особенно против Фреи. Смотрится очень достойно, потому что он офигенно станет. Ну и плюс еще герои у нас собраны на максимальный стан. Ну, как-то так. Что тут у нас еще? Монархия, милиция, 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 милиция. Еще попробуем продырявить. Можно было бы, конечно, и питомцем захреначить. Можно и не заморачиваться. Пойти к монашкам. Идем к монашкам. Может, хоть на монашках сольемся сегодня. Так, видите, не катит. Надо все-таки седны начинать. Она у нас самая такая живучая тетка. И ей ничего не страшно. Говорю, седны с Фрей, точнее. Ну, вот как-то вот так вот. Печаль, боль, ребята. Кто там просил? Просили, типа, в топ, ты не можешь слить их героев. Вот вам битва гильдий топа в лоб. Та-та-та-та-та-та. Вот так вот батька бегает на битве гильдий, разрабатывает дырочки монашек. О, вот чих нормальный пацан. У него тоже бур стоит. Кстати, интересно, бур на бур. Что у нас получится в итоге? Так, Рину слили. Вот видите, в чем прикол? Кстати, неплохо смотрится. Мне нравится бур. На дефе. Но, увы,
Увы, у меня бур покруче. Та-та-та-та-та. Вот, ребята, вот так вот. Битва гильдий за 5 минут всех топов. Просто плакать хочется. Давайте побольше пануйте. Но я вам показал, как надо проходить. Тут там начали ныть релинубы. Ты не можешь пройти, ты проходишь питомцами. Вот, ребята, вам как надо проходить просто в лоб. Без там не брать никакое дерево, страховаться. Еще что-то делать, блин, выпускать. Ты реально пройти можно просто тупо, как проходной двор. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Обязательно лайкайте видос, потому что у нас тут сегодня был топа-попа. Красавица, как я его называю. Кто в теме, те знают почему. Все, всем пока.